знак. По-прежнему регистрируются в карте Мишинга. Злоумышленники используют телефонную связь, представляясь сотрудниками банков, пытаются завладеть номерами и кодами банковских карточек, СМС-кодами подтверждения операции, предъявителями доступа к интернет-банкингу, личными номерами и паспортными данными граждан. Ни в коем случае не передавайте такую информацию в соседей. Начните с фамилии и звоните в банк для проверки полученных средств. Это позволит увеличить ваши денежные средства от преступников. Thank you.
рыб. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Гродно, Рамбург. Тролейбус накеровывается по маршруту. Хиболосно, улица Макарова. Острый наблюдательный отбор предупреждает. Не приближайтесь к следующему доступной высоте. Не вижу с ними ближайших к земле электрических проводов. Двери зачиняются. Наступный предмет. Поликлиника номер 5. Маршрут номер 24. Двери зачиняются. Наступит ребенок. А улица магистральная. Маршрут номер 24. Не потушенная сигарета может стать причиной пожара. Не ждите.
зачиняються. Наступний припинок – вулиця Подкрижацькая. Маршрут номер 24. Грудинский завод торгового машиностроения приглашает на работу.